Профессиональный праздник отметили сотрудники прокуратуры. На торжество были приглашены представители ведомства со всего региона. Губернатор Андрей Чибис наградил отличившихся защитников закона. В этом году прокуратуре Российской Федерации исполняется 298 лет. По всей стране защитники закона торжественно отмечают эту дату. В областном центре в честь профессионального праздника собрались сотрудники прокуратуры с разных уголков региона. За прошлый год по инициативе прокуроров области было возбуждено 7 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. То есть 7 лиц привлечено к уголовной ответственности, было выплачено благодаря принятым мерам более 250 миллионов рублей долгов по заработной плате. Было исполнено решение суда о строительстве моста в Шонгуе. Особую признательность прокурор области выразил ветеранам, которые десятилетия своей жизни посвятили службе. На таких людей равняются и сейчас. Вот вы посмотрите на эмблему нашу, то есть это щит и два меча. У ФСБ и у МВД по одному мячу. Соответственно, выводы какие? Что деятельность немного шире, защита как от внешних, так и от внутренних врагов. Но в первую очередь, конечно, мы ориентированы на защиту, на социальную защиту граждан незащищенных слоев. Андрей Чибис отметил благодарственными письмами губернатора Мурманской области отличившихся сотрудников. За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры прокурором области поощрено более 30 защитников закона.